Что скидка удобна. Не пенсионеру, это очень выгодно. В этой государственной аптеке на Чапаева 11 покупательский ажиотаж. 12 апреля здесь стартовала акция для пенсионеров. Одноразовые маски по 11 рублей. Ну, вообще существенно, да, скидка получается? Конечно. Если у нас пенсия, вот у меня пенсия 15 тысяч рублей всего. Как на них надо же прожить? А каждый день маску надо менять, если выходишь каждые 2 часа. Сами понимаете. Только за первый день в этой аптеке приобрели свыше 1000 масок, но есть ограничения. Не более 30 масок в месяц в одни руки. Для того, чтобы получить маски в аптеке, приобрести маски в аптеке, нужно иметь с собой социальную карту пенсионера Московской области. Человек приходит в аптеку, если он не сможет прийти сам, значит, может поручить кому-то другому. С социальной картой существует база социальных карт Московской области. Соответственно, мы проверяем, имеет ли право данный человек на получение приобретения масок по льготной цене, и продаем ему. Маски со скидкой жители Химок старше 65 лет, а также их представители, родственники, социальные работники или даже соседи смогут купить в 8 государственных аптеках Мособлмедсервис в городе, в том числе на улицах Чекалова, Лавочкина, Пожарского, Мичурина, Чапаева, Молодежной и Школьной в Подрезково, а также на проспекте Мельникова. Пенсионеры с социальной картой могут позвонить на номера горячей линии и оставить заявку. На помощь придут добровольцы, закупят маски и принесут их на дом.